Около 120 сотрудников и ветеранов правоохранительных органов Кубани приняли участие в фестивале. Победители зональных смотров конкурсов художественной самодеятельности, представители МВД России и лауреаты международных и всероссийских конкурсов военно-патриотической песни из разных городов России. Многие сотрудники ежедневно в своей служебной деятельности встречаются, конечно же, большинство своим с негативом, с какими-то неприятными вещами. И когда они приезжают сюда и имеют такую возможность, все, что они сотворили, все, что они написали, показать это людям. Это очень важно для каждого сотрудника. По доброй традиции открыли мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие лауреаты уже прошедших фестивалей. Первым выступил обладатель гран-при 6-го конкурса в Геленджике анапчанин Леонид Ванак с авторской песней. Торжественную церемонию открытия посетил специально приглашенный гость, композитор Григорий Гладков. Я знаю, что полиции очень талантливые ребята служат. И смелые, и честные, и очень талантливые поют и пишут стихи. И я от всей души поздравляю вас с этим фестивалем. За 7 лет существования фестиваль «Наш общий пост Кубань» существенно расширил свои рамки. Новороссийск, Анапа, Туапсе, Тимрюкский район, Горячий Ключ, Сочи, Геленджик – это места, отмеченные звездами мероприятия. Новые лауреаты, звездочки фестиваля зажгутся в Анапе и в этом году. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.